Добрый день, друзья! Мой отдых заканчивается в этом чудесном месте и плавно перемещается больше к другой стихии, к морю. Так что погреем немножко наши тела. Скоро, через, может, 10 дней тоже что-нибудь запишу. Но я хотел обратиться к вам, потому что, ну, конечно, это и хорошо, и плохо, то, что у меня постоянно компания, меняются пароходы, есть пища как бы для видео. И поэтому я буду постоянно выкладывать на канале что-нибудь новенькое. Но я хотел бы обратиться к вашей помощи, потому что подписчики моего канала, люди в основном от 25 до 35 лет, молодежь, так сказать. И я вижу, что вам больше нравятся такие же интервью или как молодые люди рассказывают о своей профессии. Поэтому я хотел бы, чтобы вы присылали мне, ну, если есть такое желание, свои видео, может, кто-то расскажет что-то экстраординарное, может быть, поделится своим опытом ухода в рейс, как это было, с какими трудностями столкнулся, или сейчас на контракте что-то интересное случилось. Ну, я же не могу, как бы, один моряк обозреть все. Хотя, ну, рассказал 19 контрактов в своих историях, один контракт полностью отснял. Но все равно этого мало. Сейчас вот буду постепенно, меня друг, второй механик, прислал мне маленький видосик трехминутный, будет очень интересно. И я жду вашей помощи, если вы, конечно, не боитесь каких-то злостных комментариев в свой адрес. Потому что я к этому привык. Если бы, конечно, в начале, когда было 100 подписчиков, я не знаю, как бы реагировал. А сейчас все равно я вижу, что каждый день по 30 человек подписывается. Это всем интересно. И заставляет меня, как бы вдохновляет на дальнейшую съемку видео. Но я же не могу ходить в контракты каждый день и приходить из контрактов каждый день. Все, что было, рассказал, еще расскажу. Но если бы было бы какое-то сотрудничество с вашей стороны, забыл сказать, если появится такое желание, то закачивайте свои видосики на Google Drive и высылайте ссылочку мне. Вот и все. Всем приятного отдыха, также мне. Всем здоровья, успехов в вашей нелегкой профессии, в вашей учебе и в поисках работы, господа. Насчет поисков работы я сделал прошедшее видео, так что там все сказано. Морское образование высшее, английский по умолчанию, тесты собеседования и механик-наставник. Все остальное приложится. Друзья, жду ваших видео. Может быть, совместными усилиями мы поможем молодому поколению. Также подписывайтесь на мой канал. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. До новых встреч. Доброго дня. Добрый день.